have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами в Хайку. Так, я пока что думаю, куда нам идти. Выпусти меня. Так, сейчас сделаем немножко погромче. Думаю, может быть, туда наверх сейчас попробуем. Эй, дружище. А почему меня каждый раз разворачивает? Ну тебя нафиг. Я не знаю. Так. Эти лампочки я трогать не буду. Да, попробую. А как, извините, я должен был узнать? Ну, то есть, прям вот серьезно, а как? Комбайн. Нет. Что-то мне прилетело, прям прилетело. Давайте чиниться. А че деньги не скинул? Там, наверное, некуда было их скинуть, а? Нет. Ай. Стоп, по карте. А как туда? По идее, туда, наверное, вон это место, видите? Секретик у меня отобразился. Оно у нас... Вот там наверху? Понял. Наверное, надо было догадаться. Да, потому что у нас вот этот чел, его не видно было. Его обычно видно, когда он на потолке тусит. Bulb relation. Ну-ка. А, это мне на чипы сюда переключиться надо. Ну вот это? Connection between the user and you. Создает электрическую связь между тобой и ближайшей лампочкой. Это, наверное, хорошо для этой зоны, кстати, мне кажется. Потому что таким образом можно, не знаю, пройти как-то. Деньги. Три монетки, но заберу. Хорошо. Вот видите, эта штука с секретиками, она полезная. Я бы иначе не узнал. Ну, узнал, там были предпосылки, как туда попасть, но я бы провтыкал, скорее всего. Блин, больно же. Попробуем сейчас наверх замкнуть вот... Чтоб тебя... Это по звуку надо определять. Потому что иначе я не знаю, как-то прям сложно. Фух. Мы вроде чинимся, но... Монетки идут. Хорошо, это приятно. Поехали, начнем с верхних ярусов. Да, это как раз то самое место, куда я... А вот и лифт. Угу, я вас понял. А в эту сторону у нас ничего нету? Нету.
Я сейчас обратно поеду. Я хочу доисследовать темную локацию, просто чтобы... Да, достоверно убедиться, что мы приходим сюда. То есть из темной локации мы потом можем вернуться опять сюда же, наверное, и пойти уже в огненную локацию, которую мы пока что временно скипнули. Поехали исследовать, что у нас тут. Эк. У нас вроде как есть... Ты кто такой? Это можно убивать? Ага, понял. Их нельзя убивать? Блин, если нельзя, это плохо. Это прям плохо, я не хочу, спасибо. То есть мне в этом лабиринте нужно будет найти, как... У них лица такие грустные, что они тут ездят по этому говну. А, я тебя понял. Ой, я еще и под собой достаю. Это круто. Это прикольно. Я бы наверх туда сходил. Тут... Да, залезь, спасибо. Тут бонусы. Бонусы надо забирать. Не вижу ничего плохого в бонусах. Как бы нам тут не провтыкать место, куда можно бы пройти. Знаете, я хочу попробовать. Подождите. Оп-оп. Да, попади. Спасибо. Сейчас эта штука поедет. Туда я не могу попасть. Хорошо. Просто интересно было в те места, где они курсируют. Ах ты ж! Мелкая тварь, ладно. Хорошо, что я себе поставил вот эту пилу. Давай, чувак, сделай мне шорткат тут. Он полностью уезжает, да? Да, он в эту трубу просто полностью уезжает. Надеюсь, он из нее не будет возвращаться. Так. И наверху там ничего не было. Не-не-не, стой. Да, вот, у нас еще взрыв есть, я забыл про него. Ёлки. А тут мы... Тут у нас есть два... Три прохода. Ну-ка, дата. Anil Drills. Ну как, Anil... Ну ладно. Score the planet, looking for left or west. Ага, то есть вот эти вот пилы, которые, то есть, катаются. Ну не пилы, а буры. Буры. Ну да, наверное. Катаются по всей планете и ищут, чтобы такого еще себе прикарманить из того, что осталось. Они опустошают место и идут в следующее, как только его находят. Они паразиты, так же, как и люди, которых они кормят. Очень... Да нет, нет, очень оптимистично. Как мне вниз-то попасть? А, вот так. Ладно. Вроде как это было несложно. А где тогда уж, извините, тут в темном царстве в этом, тут вокзал будет или нет? Мне вообще
Стоит ли его ждать? А я тебя понял, не надо. Тут я тоже ничего не могу сделать. Ой, я где-то 3 монетки пропустил. Еще раз. Тут у нас только информация. Ладно, поехали дальше. Можем пойти по верху, потом по... Ладно, давайте все-таки один путь есть, уже начнем с того, что есть. А, тут сохраняшка. Уже хорошо. А деньги где можно сгрузить? А вот тут внизу, наверное, часть, которая соединяется с той частью, которая там внизу. Ладно, забейте. Будем по мере прохождения смотреть. Стоп. А дальше? Я ничего не хочу сказать, но... Я тут не могу понять, где... где тут вообще что? Ладно, идем назад. И будем исходить из того, что я не могу тут пройти. Хотя с чего бы? Внизу вообще что-то... Ох. Ладно. Ла-л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 а. Они каждый раз типа заново просверливают. Вот меня сейчас это и спасло, кстати, то, что я ежиком был. Оу, привет, чувак. Ой, откуда ты взялся? Тут так страшно внизу. Когда я тебе когда-нибудь говорил, что я боюсь темноты? Я пытаюсь набраться смелости, чтобы высунуть голову, но не могу, просто не могу. Что же мне теперь делать? Я думаю, что я останусь здесь немножечко подольше. Я слишком напуган. Это второго мы нашли. Одного мы нашли в... Да, хорошо. Одного мы нашли с вами в водяном уровне, а одного здесь. Но до водяного уровня я таких ребят раньше не видел. А во что я сейчас... Понял. Повредился-то, интересно, обо что. Ну, до вот этого чебурека крокодила. А, да? Вот что у нас за шорткат открывается. А зачем тогда... Позвольте узнать. Поторопился. Тут выход на... А, тут выход наверх. Хорошо, годится. Ну и что мне с ним делать? Сейчас подожду, пока я вот опять ежиком стану. А
А иначе как без дэмэджа там пройти, я не знаю. О, там босс. Блин, а мне с таким количеством монет к боссу идти некомфортно, вы чё? А тут банка нигде нету. Не, погодите. Раз я... А, ну только что я все зачистил, потому что... Я сейчас сохранюсь, и опять у меня тут все будет... Какой чип я могу поставить на босса? Во-первых, автопочинку 100%. Экстрактор. Автомодифайер. Авторепер. Давай авторепер поставлю, но... По-хорошему сгонять бы на ЖД-станцию. Оно все чертовски далеко. Просто прям невероятно далеко. Тут нигде и близко нету. Неуютно мне. 600 монет. Это 600 монет. Сейчас сохранюсь. Хотя пошло это. Значок сохранения прошел. А нет, после сохранения они не возвращаются. Я что-то думал, что тут механика костра будет. Что присел сохраниться, и вот тебе на всех обратно. Но нет. Ладно. Также, кстати, да, я немножечко забыл. Я собирался посмотреть, как мне увеличить хпшку, поскольку я насобирал все необходимое для своей хпшки. Но... Блин. Какой-то... Какой-то бур! Иди нафиг! Я понял. Я это вижу. Ну, пока что... Ай, больно. Больно! Две разбил, кстати. Три, четыре разбил. Теперь надо именно по той попадать. Блин! Да больно же! А, это все? Я боялся, что у него еще одна стадия сейчас будет, поэтому принялся быстренько чиниться, но... Ладно, это было на самом деле терпимо. Ну вот авторепер меня спас, ну то есть автопочинка. Где-то один раз я лишний урон отхватил. Мне кажется, я успел починиться, и после этого... Ну, если бы не было автопочинки, это бы меня сейчас убило. Ой, смотрите, тут такие же эти... лежат. Фрагмент капсулы, да. Эволюция. Две сразу ачивки. Одна эволюция, а другая... какой-то квантумный процесс начат что-то... посмотрим. И до черта денег. Дайте вокзал, или дайте продавца, или дайте еще что-нибудь. Куда я иду? И чё? Просто вот так? Хорошо. Да. Ох ты ж! Нет! Ай, а тут как... А, сюда можно попасть только с другой стороны.
Ну пойдемте искать, как сюда можно попасть. Да чтоб тебя, потеет, два удара оставалось, сдохни, тварь. Я что-то думал, что я смогу здесь зайти. Ладно, шорткаты у меня открыты, поэтому я вроде как могу не париться. Сейчас посмотрим, как это все будет. Кстати, вот так передвигаться быстрее. Их можно так дурить. А, вот это место. Ну, поехали. Да, я хочу. С каждого такого по 10? А, они просто закапываются. Свидание. Тут еще и два прохода. Ну давай сюда сходим. А я верхнего не могу ударить, пока не убью нижнего, я имею в виду. Пока я клешню не убью, я не могу ударить верхнюю часть. Деньги можно скинуть наконец-то. Потому что таскать с собой 860 этих деталек. Ну, почти 1500 штуки. Красота. Это какой-то город? Стой. Эй, Rocket, я бы тебе продал кое-что, но боюсь, что сейчас не выйдет. Не давай другим тебя расстроить. Все должны умереть в конце. Это природный цикл. Или же клетки вымирают, или же машины ржавеют. Все одно и то же. Просто наш конец пришел немножко раньше, чем мы того ожидали. Вот и все. Выключаю систему. Блин, и он просто выключился. Итак, чувствуешь, как вирус захватывает ядро программы? По одной строчке кода за раз. Пожалуйста, помоги мне. Как? Вообще не ожидал этого здесь. Случайно вообще зашел. Наверх хотел. А тут такое. 300. Оп. Так, тут у нас какой-то чувачок. Ну-ка. Кто там? Это не важно. Если ты в своем уме, ты уйдешь из этого места прямо сейчас. Мое тело поражено вирусом. Это проклятие. Нельзя прикасаться ни к машинам, ни к программам. Интересно, сколько времени займет у вируса поглотить твое тело. Какой ты оптимистичный, дружище. Вот этот шорткат. Хорошо. Мы там поговорили с тремя. Тут вроде должен быть четвертый, да. Еще один Волли. Ива! Просто он был похож на Волли, а он такой, Ива! Ну просто это реально Волли. Ива! Волли, держись, дружище! Ой, ты в таком паршивом месте оказался. Ай. Ну, просто из всех локаций это самая, наверное, такая мерзотная, отвратительная. И они сюда поставили Волли.
Давайте докинем. Почти две штуки, приближаемся. То есть, что-то я там хотел покупать, но сейчас, мне кажется, уже хватит на все и на всех. Потому что те обязательные вещи, которые я хотел купить, я вроде как их уже купил. Хорошо, что вот эти ежики не ускоряются. Возможно, оно продумано на то, что я не буду успевать реагировать на них. Ну, они иногда срабатывают. Видите? Я смотрел на одного, у меня ударил другой. Блин, а я не поменял себе автофикс. А что это за кармашек такой интересный? Почему он здесь? Это немножко странно. О! Ты ж зараза. Да чтоб тебя! Я прямо на эту штуку упал. Давайте я починюсь по-нормальному. Кстати, тут дают неплохо так запчастей. Ну, даже с обычных мобов. Бахи уже полтосик из ниоткуда. А что... О, что в другой стороне, хотел сказать. Да за... Спасибо. И зачем это здесь? То есть, такие кармашки интересные. А, сейчас третий раз я прыгну, ага. И оно мне самое главное, что секретом не отображается, потому что... Знаете что, подождите, мне сейчас этот автофикс не нужен. Я пойду на ремонтную станцию, ставлю другой чип. Потому что мне бы сейчас нахождение секретов лучше, чем автофикс. До ремонтной станции туда. Так проще. Просто вперед. Угу, спасибо. Так, чипы. Я автофикс поменяю на Map Sweeper. Да. Отлично. Да, в том направлении идем. Поехали. А! Ну, просто... От него проще один раз получить, потом починиться, чем вот это вот упрыгивать, выпрыгивать и всякое такое. Не знаю, как по мне. А, вон тот кусочек мне нужен. Лак, ты ж спрыгиваешь! Так, и что у нас тут? Ничего не появилось, никаких секретиков. Ух. Вроде никаких. Там и дальше можно вниз. Дальше вниз и туда. Ну, пойдемте вниз, я не против. Может быть, там будет еще...
Я перегрелся. А я сюда не могу пройти? А что мне для этого надо? У меня уже и взрыв есть, уже и... Вот это интересное кино. А как? Забытые руины тут внизу где-то находятся. Ну, хорошо. Я не ожидал, что сейчас будет еще какое-то место, куда я не могу пройти. Давайте, пока мы здесь недалеко... Ой, чувак, извини, я тебя забыл. На, чтобы ты не мучился. Еще в одно местечко сейчас слазим. Пока мы тут недалеко находимся. Блин, вот эти штуки надо... О, здрасте. Разработчики хотели, чтобы ты сдох, тебе подставили, чувак. Сюда. Ага. Погоди, а как я такие места преодолевал? Не так. А у меня был способ преодоления таких мест? Да, стоп, значит, мне этому еще не научили? Это интересно, кстати, да. Вот как раз этот момент, место, которое я не могу преодолеть. Рычаг явно с той стороны. Туда можно добраться, но это здесь, в этой локации. А, серьезно? Че это за супер мидбой пошел? Да? А теперь наверх только так? И это Биг Мак. Хорошо, ладно, ладно, согласен. Ёлки, сложно! Вырубай. Ну, по крайней мере, смысл того секрета понятен. Он довольно хорош. То есть, хочешь, на, заплати. Но получишь немножко монеток. Жалко, нет какого-то удара сверху. Дружище, ты что там, завис, что ли? С них больше давали. Что, извините? Я вообще не там оказался, стой. А! Вот я на этом и попался. Прыгнул же. Вот. Вот эти пропрыги, они, да, они вот совсем непростые. А как? Но это же impossible. Я трачу второй прыжок не на то, чтобы допрыгнуть, а на... У меня должен появиться или третий прыжок, или... Наверное, какой-то дэш в воздухе должен появиться, потому что иначе я туда не попаду. Причем это место... А
Там что? Там чип лежит. Я прыгнул! Нет, стойте, погодите, я хочу попробовать. Сейчас еще починюсь. Да, я тут сейчас сливаю чудовищные деньги на починку, но мне интересно. Тут, мне кажется, что я все-таки могу туда допрыгнуть. Я не пойму, оно такое на грани. Почти невозможно, но вот... И оно так... Оно постоянно манит. Вот... Вот получится, вот получится. Не, не пойду. Не пойду, не пойду, не пойду. У меня явно чего-то еще нету. Судя по тому, что есть вот эти пролеты, то должно быть что-то... Печаль, что оно мне не отобразилось как... Да хорош! Как секрет не отобразилось. Я могу про него потом забыть. А там чип какой-то. А чип это дороже, чем деньги. Хотел сказать, это случайно не то же самое место? Очень похоже. Это очень похоже на какую-то вообще новую локу. Я не могу пройти ни с этой стороны. Не стой. Хорошо. Тогда выходит, что нам тут пока что нечего делать. Я думал, что эта локация будет сама в себе. И мы ее закруглим, но... Черт побери, нет. Вон туда еще мы потом сходим с вами, вниз. Возле сохраняшки, видите? Но будет это уже в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, добра. Всем ладушек. Всем покеда.